Наталья Подольская анонсировала выход нового альбома и, видимо, для привлечения внимания, опубликовала достаточно откровенный снимок. Похоже, певица добивается развода с Владимиром Пресняковым. Ведь вряд ли супруг положительно отнесется к рвению Натальи выкладывать смелые фото. Видимо, шансов сохранить семью больше нет, раз Подольская именно таким способом решила позлить супруга. В комментариях к публикации интернет-пользователи удивились поступку певицы, посчитав его безнравственным. И даже преданные поклонники осудили Подольскую за желание привлечь внимание посторонних мужчин. Примечательно, что уже на протяжении долгого времени поговаривают о приближающемся разводе Подольской и Преснякова. Владимир не скрывает, что позволял себе изменять в предыдущем браке, а значит мог оступиться и в отношениях с Натальей. К тому же известно, что Владимир скрывал от Подольской жену, ведь завязав роман с молодой девушкой, Пресняков все еще был в отношениях. Ранее, пока Наталья развлекалась в отпуске, Пресняков выкладывал достаточно депрессивные картинки, что также подталкивало на мысли о проблемах в браке. К тому же большая разница в возрасте, наверняка, мешает супругам быть на одной волне.